Сейчас мы детям покажем, как на самом деле надо гулять на великах. Нет, его можно даже в руки взять. Но я брать не буду. На экскурсии по мостам, да? Да? Да, да. Ведь дорога, мы знаем, прямую дорогу. Решили прикормить рыбку, проверить, есть ли тут рыба, да? Меня жена убьет, если увидит это видео, точнее их. Дедушку на машине, который привез провизию. Едем по полям, по полям. Красиво. На телефоне, может, не так хорошо видно, но... Выехали на прямую дорогу. Налево, вон туда, прямо. По автостраде, до наших дорог. Йоу! Едем, едем, далекие края. Красавица Тротал. Наши друзья нас ждут с машиной. Мы на финишной прямой. Осталось. Заработала себе очки и дозу дофамина. Она идет к... Красота здесь, кустарники. Это точно не первоцвета, да? После взрыва, проведенного рабочими ГУЛАГа, цирка. До вершины осталось, до вершины еще метров 100-200. Но уже. Альдир, помаши руками. Молодец, дошел. Все, сил нет, да?